это первый этаж нашего ЦУМа. Мастер смак, вижу чугун такой, не вижу чье. Республика Беларусь, 30 рублей такая чугунная. Так, 50 рублей, 50-63. Очень интересно. Чугун белорусский, 50-50. Так, что еще есть из чугуна? Так, это уже Украина, 85-80. Масляный весь прям такой чугун. 55, тоже вот такая блинница. Ох, какая тяжелая. Мастерня, да? Майстерня. Made in Ukraine. Так, вот. Биол, это я хочу этой марки. Блинницу. У них еще замечательный, конечно, гриль, но мы уже купили гриль сковородку. Вот, похоже. Похоже на то, что я хочу. Интересно, она откручивается, непонятно. Да, походу снимается ручка. Так, 40 рублей, 22 сантиметра. Так, и еще есть. Вот, это поболее. Скорее всего, такую я буду брать. Ручка снимается. Так, отлично. 47 белорусских рублей чугун. Ну, такая классная, большая, смотрите. Нет, 66 вроде. Не от нее ценить. Ну, конечно, чугунные, огромные такие. Бризол. Это биол. А это бризол. Тоже это Украина. Так, 42 такой получается, поменьше. Так. Конечно же, я все время смотрю на казан, на такое, что там бок, на казан. Ну вот этот, конечно, классный. Не вижу, стоимость 119. Бризол этот. Ну, это подвешивать, конечно, на огонь, наверное, потому что нету дна такого. Вот. Кастрюля чугунная с крышкой. О, какая прелесть. 94. Я знаю, что у Биол, у них точно дно, у многих сковородок, не знаю, как насчет гриля, сделано специальное, даже на индукционную можно плиту вставить. На газ и на электро. Так, вот это супер чугуночек. 127 гусятница. Биол. 83. Сковородочка чугунная такая. А вот как вок такой, 240, 75 рублей. Ну, хорошенькая. Вок такой, да. Вогнутая. Еще и поменьше такая, или то же самое. 24, да, одинаковая. Вот у нее такое дно прям супер классное. Жаровня со стеклянной крышкой. Беларусь, это уже наши белорусские. Так, ну что, наверное, вот это еще уже идут они без, я так полагаю, в бумаге, но без коробки, да. Вот у них вся эта линия. Вот, вся линия, то, что у них производится. Последние самые, это блинные, то, что вот я смотрела. Так, ну что ж, мне не очень повезло, осталась одна такая, но она мне не очень понравилась по качеству. Это маленькая, я хочу побольше, чтобы было. Это 22, мне кажется, она маловато. Вот, хочется, чтобы было 24. Вот такая вот, мне кажется, классика. Но она, видите, с каким-то этим, поэтому не буду ее брать. Пойдемте, пройдусь, покажу вам еще что-нибудь. Кастрюля керамическая, стеклянная. Очень интересно, что это за... О, да это же неужели это кастрюля
чугун эмалированный. Ну-ка. Как она тяжелая. Да, это чугун эмалированный. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Какие они классные. Вау, 6,3 литра. Ну и 264 рубля у нас стоит. Обалденные. Классные такие. Вот это я понимаю. Это такая вечная кастрюля. Я бы чуть поменьше, вот, была бы она. Не 6, но хотя бы литра 2,5-3. Так, для запекания блюда всякие. 35. Так. Идемте еще посмотрим, что там есть. Сковорода. Так, сковородки разные. Ручка с эффектом мягкости. Soft touch, мягкое прикосновение. Индукционное дно, кованый корпус. 32 рубля. Россия, Москва, производитель. Очень много разных, и в том числе и наших. Ну вот тоже блинницы эти все, но... О, слушайте, ничего, такая тяжелая. И сколько такая? 56 рублей, да? Интересно. Очень интересное прям покрытие такое. Кстати, австрийская сковородка. 26, правда, см побольше. Я хотела 24. Антипригарное покрытие. Кованый алюминий. Индукция. Даже на индукцию. Индукция – это хорошо. В общем, такая интересная, слушайте. 56 рублей. Но я же за чугуном пришла. Сковородок очень много. Блинниц всяких хватает. 75 рублей. Ну вот, я вам так скажу, это Виктория наша, да? 75 рублей блинница. Вот такая блинница у меня ушла за максимум 1,5-2 года. 73. Ничего не скажу, но мне кажется, надо что-то другое уже попробовать. Так. 45% даже крышки. Кастрюльки. Алюминий. Очень много блинниц. Вы посмотрите. И уже дешевле. 45. 49. Виктории вообще очень много. И на всю Викторию 45% скидка, смотрите. Обалдеть. Обалдеть. Какая красота. Но у меня, конечно, с такими кастрюлями история. Прекрасный сотейник, кухар. Да, вот, кстати, вот он. Вот. Но я на нем замечательно тушу овощи. Но жарить на нем не очень удобно. Вот. 59 рублей такой небольшой сотейничек. Какой хорошенький. 51. Кастрюлька 82 рубля. Тяжелая. 3,5 литра. О, скороварка паровая. 127, да, белорусских рублей. Набор посуды 303 рубля. 5 штучек здесь. 4 предмета 238. Наборы кухаровские. 219. 4 предмета. Кастрюли у меня кухар тоже такие все, наверное. Да, почти что все сейчас кастрюли кухаровские. Довольно все прекрасно. Вот. Ну вот с точки зрения сковороды. Ковшик 63, нержавеечка. Там такие огромные вообще кастрюли и шикарные. Вот, кухаровские. Вообще 78, 142. Прелесть. Не знаю, насколько здесь литров. Огромные. И 98. Ну, эти 5, это на 7. Ну, что, 15 литров. Кухаровские. Так.
очень много посуды. Моулин, Китай. И цены разные. 51 вот китайская, да. 50. Тоже такие эмалированные. 69, это еще гано. В принципе, они многие одинаковые с этим покрытием. То, что мы берем 44 с антипригарным. Китайцы молодцы, уже научились делать. И неплохо даже, и очень неплохо. Так, прекрасные терочки. Смотрите-ка, малюсенькие. Кому? И вот китайский мулин, 37 блинница. И мне все-таки, наверное, чугунную хочется. Так. Пойду еще помедитирую на чугунную сковородку. Чайнички. 50-60. Это белорусские чайники. Это, смотрите, Беларусь, 3 литра, Китай. В принципе, ну это потяжелее. Ну какие интересные чайнички. 53 рубля Китай. 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 53-49. Тоненькие такие. Так. Смотрите, какие здоровские. Ну, на новый стол хочу что-нибудь такое. Ну, конечно, будет такое. Когда их будет 3, это будет много. Но вот это классное. И знаете сколько? 3,15 со скидкой 50%. Ну что, я думаю, надо взять такие 3 штучки. Они очень классные. Так. Китай. Выбрала. Взяла 22-сантиметровую. И вот такие классные на стол по 3,50.